потому что это гармоничность, это любовь, гармония, это ощущение необходимости, целостности не только в форме, не только в творчестве, но и в связи со своим временем. Оно очень чувствуется у Людмилы. Поэтому, когда смотришь ее работы, ну, приходят какие-то вещи на память, приходят какие-то, даже непонятно откуда что идет. Вот, можно стихи почитать, и Ахматовой, и Мандельштама, на этот счет мы этого делать не будем. Я это уступлю другим спикерам. Большое спасибо. Выставка яркая, хорошая, интересная, живая. Поздравляю вас с ней, поздравляю с началом весны. Портрет, натюрморт или пейзаж. И никаких деликатесов. Все просто и ясно. В этом и заключается оптимизм и жизнеутверждение ее живописи. Все.